Главарь боевиков Игорь Безлер покинул Горловку и пообещал больше никогда не возвращаться в ДНР. Об этом сообщила его пресс-секретарь. Есть информация, что Безлер уехал из-за его попыток выйти из-под контроля руководства ДНР и Кремля. Они не удались. Вот сейчас он, предположительно, в Крыму. В Украине, напомню, против главаря боевиков возбуждено сразу несколько уголовных дел по факту терроризма, убийства и похищения людей.